Меньше недели прошло после президентских выборов в России. Результаты известны. Я хочу в вашем лице всех губернаторов России поздравить с этим результатом. Без вас бы не было такого результата, который получила Россия, российские власти, президент Путин на прошедших выборах. Но, как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут. И истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. В это сложное время также и на губернаторах лежит особый груз ответственности, прежде всего по обеспечению нашей общей безопасности. Трагические события в Подмосковье также об этом свидетельствуют, но должен вам сказать, что мы эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в союзном нашем государстве два президента и наши спецслужбы.